Привет всем! У нас сегодня юбилейная вечеринка ТВ Шанс, 30-й выпуск. И у нас сегодня участник. Представьтесь. Минкин Владислав. Вы сегодня второй раз у нас. Да, участвую в ТВ Шансе второй раз. Очень рад. Ну, рассказывайте, что вы сегодня подготовили, что вы будете, с чем вы будете выступать? Сегодня две песни Михаила Круга. «Милый мой город» и «Прогулка с месяцем». Как бы лирические песни, очень хорошие. То есть вы у нас шансонье? Ну, поем шансон, да. В основном песни Михаила Круга, но так многое, что еще. Но в основном эти. А у вас есть авторские песни свои? Ну, к сожалению, нету. Ну, как бы вот не получилось самому писать стихи. Хорошо бы, если бы найти бы автора какого-нибудь, чтобы писал, с ним работать, ну и исполнять песни. Ну, вы сегодня можете для себя присмотреть авторов, композиторов. Кстати, я тоже песни пишу. Имейте в виду. Расскажите, ну, о своих планах на будущее, наверное, какие-то творческие идеи, может быть, у вас есть. С чем вы придете к нам в следующий раз? Ой, сложно сказать, потому что, как бы, ну, основная работа водителем работаю. И, как бы, музыкой занимаюсь, ну, как бы, для своего удовольствия больше. Это ваше хобби? Хобби, да. Ну, как бы, посмотрим, может быть, будет, из хобби будет больше что-то. Нужен, как бы, автор. И, ну, с музыкой. Как вы хотите провести это лето? У вас есть какие-то планы? То есть, может, вы куда-то поедете отдыхать с семьей? Лето, к сожалению, наверное, в этом году не будет отдыхать. Наверное, дача. Дача, как у всех. В Подмосковье стройка, дача. Понятно. Чтобы потом отдыхать еще лучше. Все верно. Ну, тогда пожелайте что-нибудь нашим зрителям, участникам. Всем хорошего настроения на сегодняшний вечер. Чтобы у всех сбывались планы, которые они запланировали, творческие или личные. Кому-то любви, кому-то удачи в искусстве. Кому что хочется, пусть то и сбудется. Спасибо огромное. Мы желаем вам тоже творческих успехов. Надеемся, что ваша деятельность все-таки перерастет из хобби в профессиональную. Так что и мы вас будем чаще видеть у нас. Спасибо большое. Тоже на это надеюсь. Спасибо.